Земляне, жалкие людишки. Ну, где эти чудом выжившие остатки космического мусора на задворках реальных цивилизаций? Ну, что там? Готово? Как в эфире? Упс. Здравствуй, человек. Ты уже смотрел наши прошлые выпуски? Если еще нет, то жми скорее по этим ссылкам. Для всех остальных я напомню, что у вас есть ровно 5 секунд для того, чтобы поставить лайк авансом. 5, 4, 3, 2, 1. Начали! Весь январь команда Эксмо общалась с русскоязычными блогерами YouTube, аналитиками и TradingView из мира криптовалют. Мы попытались связаться более чем с 300 блогеров, которые публично в той или иной степени просвещают людей в криптовалютной теме. Нам удалось собрать материал более чем для 100 статей, которые уже прямо сейчас ежедневно публикуются на нашем сайте. Для видеоверсии мы решили взять самую интересную, на наш взгляд, тему и сделать из нее масштабный конкурс, в котором примут участие более 100 криптоблогеров. Главным призом конкурса будет размещение канала блогера на главной странице нашего сайта. Тема биткоин-халвинга, который состоится 12 мая 2020 года, затронет не только участников из наших интервью, но и тех людей, с которыми нам не удалось связаться. Для удобства проведения конкурса была сделана страница, на которой мы размещаем все статьи с прогнозами. Эти статьи вы можете отсортировать по нужным вам параметрам, а внутри каждой статьи найти контакты понравившегося вам блогера и обязательно на него подписаться. 21 участник нашей битвы – канал BitMir. На этом канале вы найдете ролики, посвященные тематике блокчейна и криптовалют, а также обзоры на различные токены, монеты, блокчейн-проекты, самые актуальные события криптомира, аналитику и многое другое. Он считает, что биткоин к 12 мая будет торговаться в районе 12 и 13 тысяч долларов. Кстати, на фоне усиления мирового денежного кризиса цена биткоина в Ливане уже достигла 15 тысяч долларов, а среднемесячный объем торгов по данным Local Bitcoins превысил 1 миллион долларов. Идем дальше. Участник номер 22 – Екатерина Костевич. Екатерина называет себя опытным трейдером. У нее на канале ты найдешь много бесплатной информации, благодаря которой ты сможешь определиться с вектором движения в изучении трейдинга. По ее мнению, давать прогноз за 4 месяца до нужной даты – это неправильно. И все блогеры, которые так делают – это мошенники-обманщики. Ну, в чем-то она, конечно, права. Нам удалось проанализировать большое количество каналов криптовалютной тематики и определить те, которые однозначно занимаются прогнозами для развода своих подписчиков на деньги. Все статьи с обзорами на эти каналы обязательно будут опубликованы на нашем сайте. Человек, хочу напомнить тебе о том, что многие из участников нашей битвы никогда не стремились делать прогнозы на курс криптовалюты, а тем более зарабатывать на своих прогнозах. Ответы, которые они дали нам в интервью, это их личное мнение и ни в коем разе не призыв к покупке или продаже криптовалюты. Кто из них оказался прав, а кто нет, узнаем 12 мая. Обязательно подпишись, чтобы не пропустить новые видео. Александр Паутов, наш 23-й участник. Если вы ищете, где можно надежно и много заработать в интернете, тогда его YouTube-канал именно для вас. Он всегда поможет и подскажет лучшие направления для заработка. Он считает, что в мае курс биткоина может вернуться к максимумам 2019 года на уровне 14 тысяч долларов. Активный рост будет уже после майского халвинга. А что ты думаешь по этому поводу? Напиши свой прогноз в комментарии. А вот первый блогер с портала TradingView, Нора, человек, специализирующийся на трейдинге и инвестировании в криптовалюты, входит в топ трейдеров на портале TradingView. Получить прогноз, к сожалению, не удалось, так как он из тех людей, которые не дают долгосрочные прогнозы. Зато он ответил нам на много других очень интересных вопросов. Ответы на них вы сможете найти на нашем сайте. Участник номер 25, Павел Безруков. Его канал будет интересен тем, кого интересует заработок в интернете. Он делает обзоры компаний, в которых зарабатывает сам, а также на его канале вы найдете много полезной информации о том, как правильно и какими способами находить партнеров в свои проекты. Он считает, что в мае мы увидим биткоин по 8300 долларов. Кстати...
Пока в Ливане биткоин торгуется по 15 тысяч долларов, мы в России ловим новое дно. Накануне биткоин за два дня потерял более 1000 долларов от своей стоимости. Так что прогноз Павла может оказаться довольно точным. Интервью каждого из участников вы можете найти в описании под видео. Обязательно подписывайтесь на тех, кто понравился. Следующий участник канала – мистер Хал. Он специализируется на майнинге и инвестировании в криптовалюту. Еще он очень верит в то, что скоро настанет долгожданный To The Moon. И мы увидим биткоин по миллиону долларов за одну монету. Его прогноз варьируется в диапазоне 9 и 10 тысяч долларов ко дню халвинга. Участник номер 27 – Дмитрий Медведев. Нет, нет, это не тот Дмитрий Медведев. Так, давай по новой. Участник номер 27 – Дмитрий Медведев. Человек, который очень подробно покажет и расскажет, куда он инвестирует свои деньги, а также как он отбирает проекты, которые не требуют вложений. Он прогнозирует курс в районе 14 тысяч долларов. Кстати, недавний опрос показал, что около 25% участников криптовалютного рынка считают, что коронавирус окажет минимальное влияние на цену биткоина. Такое мнение распространено, несмотря на то, что эпидемия стала ключевым фактором, который привел к росту биткоина на 30% в январе. Идем дальше. FIBA Invest – это наш 28-й участник. Он считает, что в мае мы сможем увидеть биткоин в районе 12 и 14 тысяч долларов. Аналитика основана на волновом принципе Эллиота. Это то, чем он занимается. На его канале вы сможете найти не только аналитику графиков цены биткоина, но и других более важных активов, таких как нефть и золото. Кстати, первая криптовалюта дешевеет третью сессию подряд, тогда как золото, наоборот, продолжает расти в цене. В минувший понедельник, 24 февраля, основной драгоценный металл взлетел до 1680 долларов за одну унцию, что стало максимальным уровнем цены за последние 7 лет. Идем дальше. Следующий участник нашей битвы – канал «Бизнес Философ». Это канал для тех, кому интересны не просто философские мысли, но и советы от предпринимателя, практика в бизнесе и инвестициях. Он расскажет вам только про личный опыт. На его канале затрагиваются такие темы, как обычный бизнес, инфобизнес, трейдинг, криптовалюта и даже хайпы. Его прогноз – внимание, 30 тысяч долларов! Очень оптимистично, конечно, хотя очень хочется верить, что в ближайшем будущем мы увидим биткоин, если не по 30, то хотя бы по 25 килобаксов. Последний участник на сегодня – Доу Джонс. Его блог входит в топ-5 среди русскоязычных трейдеров и аналитиков портала TradingView. В его блоге вы сможете найти технический и фундаментальный анализ криптовалют. В интернете он сообщил нам о том, что делать прогнозы на такой длительный срок – дело неблагодарное и довольно сложная с точки зрения технического анализа. Но сделал предположение, что в мае текущего года биткоин будет торговаться выше отметки в 10 тысяч долларов. Подводя итог нашего третьего видео, хотелось бы напомнить, что победители битвы будут объявлены 15 мая на нашем сайте. Также мы будем очень признательны, если вы пришлете нам прогнозы блогеров, за которыми следите именно вы. Это могут быть ссылки на видео или блог, в котором блогер дает прогноз на майский халвинг. Все ссылки присылайте в Telegram или на почтовый ящик. Удачи, человек! Будем на связи!